Здравствуйте. В последних нескольких своих видео я показывал работу программы AutoChartist. Сейчас я хочу немножко обратить внимание на то, как можно использовать эту программу, уже встроенную в терминалы определенных компаний. В частности, существует такая программа, как VT-Trader. Вот. И у нее есть возможность даже на демо-счетах, в принципе, пользоваться встроенным вот таким вот терминалом. Если совместить это дело с MT4, то мы получим, соответственно, вот такую штуку. Вот, где вы видите, есть возможность видеть автоматически с сигналами, установить определенные фильтры, да. Вот здесь, например, те интервалы, которые вас интересуют, те графические паттерны, которые вас интересуют. А вот, и, соответственно, вы будете видеть сигналы, которые происходят вот на рынке Форекс, в частности, в это время. При нажатии дважды там на этот сигнал, программа показывает схему VT-трейдера, да, и вы видите, что происходит, какой сигнал в данном конкретном случае отображала программа. Если установить это для серьезных терминалов, таймфреймов, например, H1, H4, то может быть достаточно полезно. А вот, то есть 7.15 мы отсюда убираем, и автоматически меняются наши фильтры, видите, 4 часа, час там и так далее. Это все пока что старые сигналы на 8, сегодня у нас 11, ну, для примера, в принципе, подойдет. Вообще, хочу сказать, что программа VT-Trader за последние годы очень сильно выросла. Я давненько ее не смотрел. Вот, она, в общем-то, обладает прекрасным терминалом, без преувеличения. Один из лучших терминалов по Форексу, который мне встречался за долгие годы. Ну, во-первых, отделяются вот эти вот штучки, то есть терминала может быть у вас в одной стороне, а приказы там в другой стороне, да, то есть вы можете отделить любой из этих вот окошек и перетащить его, это окошко, в любую, как бы, в любую сторону, куда вам понравится. Сюда, сюда. Вот так вот, например. Вы будете следить за ситуацией в момент наступления сигнала. Если вы торгуете небольшим количеством лотов, смело можно входить в ту сторону, которая показывает сигнал, отрабатывать ситуацию. Кроме того, у программы есть то, что я практически всегда применяю, очень полезная штуковина. Это, например, если вы сейчас стоите на терминале, таймфрейме часовом, вы можете здесь установить, чтобы максимумы дня вам показывали диапазоны максимумов, да? Сейчас я посмотрю, где тут это сделано. А вот здесь нужно переключиться сюда на графике, и вот здесь зоны экстремумов, видите? То есть я могу выставить здесь экстремумы, например, по 4 часам. Вот я четко вижу, что по 4 часам происходит такая-то ситуация. А я это делаю обычно по дням. То есть, если будет прорыв вот этого дела, я могу здесь выставить сигнал alert. Видите, так я, как я это сделал. И в момент возникновения сигнала. Давайте возьмем любой другой график. Там Австрал, тут у меня уже тоже выставлен сигнал. И здесь тоже все на пробое. Это все по дням. Давайте, не знаю, возьмем открыть график доллар-иена. И посмотрим, что тут у нас происходит. Да, графики здесь тоже уменьшаются, увеличиваются. В случае я обращаю ваше внимание на то, что в этой программе встроен в техническом анализе такая вот возможность шаблоны на графиках. Нажимаете, у вас появляется вот эта таблица, в которой вы уже сможете изменить фильтры на те, которые вам интересны, паттерны, да, и получать сигналы, практически занимаясь своими делами, спокойно о том, что происходят какие-то пробои или интересные для вас ситуации в рынке. Всем удачи!